Ева отрабатывает. Макар, нельзя. Он говорит, что это шоколадный. Ага. Ева отрабатывает руку. Чистит перепелиные яйца. Делает из них голубины. Да, Макар? Да. Фу, да. Я их потом сварю. Да, конечно. А бьет глазья. Реза, видишь, как неровно. Бьет глазья. А как должно быть? Что-то не так, думаешь? Ровно. Она такие меньше. Может, чуть сильнее давить? А может, другой частью попробовать чуть пошире? Надо вот. Я такая специалист, советую раздавить. Сори. Это же помогает. Ну, это у меня мамская. Я ничего против не имею. Прикольно вообще. Необычно так. Такая гладенькая становится. Правда, очень гладкая стала. Макар, не кричи, все спят уже. Я вам покажу нашу елочку. Мы вот ее украсили, завтра подключим. Мне эту переноски не можем найти. Подключим нашей оленей. Папа нам поможет. Вот так мы приукрасили. Я сейчас время, 12, как всегда. Катя разбирает холодец. Вечно. Макар тут нам музицирует. Ева работает, не только убирает посуду. Все получается. Мау! Чистим яйца, короче. По Евиному способу. Прикольно. Вот. Мы с Евой вдвоем, как всегда, полуночники. Время 12 часов, мы делаем холодец. Вот я разобрала мяско. Лыточки, мяско, все вручную перебрала, мелко-мелко порезала, посолила, поперчила. Вот. И теперь процедили бульончик, добавили туда на всякий случай желатина немного, потому что мы идем в гости, и во Флориде жарко, и он будет стоять на столах. Я боюсь конфуза какого-нибудь. Хочу, чтобы он был более стабилен. Вот. Сюда же чесночок, перец и соль добавили. И сейчас, как я делаю, покажу. Я делаю эту мясную массу более жиденькой, чтобы ее легче было делить по кастрюлькам, раскладывать, вернее. Вот так вот, сейчас мы нальем сюда бульон. Так, еще надо. Видите, она уже более такая пластичная становится. Текучая, так скажем. Не представляете, какой стоит запах просто, да, Евушка? Угу. Аппетитный. Завтра папа утром наш проснется, будет снимать пробу. Он всегда с утра с удовольствием это делает первым. Так, ну сейчас еще немного, и можно будет разливать, мне кажется. Так. Еще чуть-чуть. Вот, я думаю, все. Вот теперь это все более однородная масса имеет вид. И мы сейчас разольем. Я формы сполоснула холодной водичкой, дочь. Покажи. Вот. У нас вот такие формочки. Если не влезет, мы будем заливать его. Решили в одноразовую посуду. Да, одноразовые тарелочки. Так. Поэтому сейчас мы берем и наливаем. Вот так. Не до конца. Я думаю, чтобы потом добавить чистого бульончика сверху. Сейчас пока вот так.
Сейчас добавим побольше водички в эти чашечки. Чтобы побольше было прозрачного слоя. Так, наш холодец готов. Мы разлили мяско, следом разлили жидкость. Вот такой примерно он получился. Вот вам видно. Вот такой красавчик получился. Ну все, можно с чистой совестью идти паковать подарки. Бедная Евушка уже хочет спать. Вся в торте, ты в креме. Боже мой, тебе Макар делал. Пилила ногти, у меня голова вся в пыли. Вся в яйцах. Короче, сейчас мыться, запакуем подарки, мыться и спать. У меня, я пока резала этот мясо на холодец. Дай покажи кости. Перебирала эти кости. Меня собака с кошкой чуть не съели. Они тут в драчку за них. Надо их сюда повыше убирать. Ой, кошмар просто. Они тут прыгали на меня оба. Самое интересное, что кошка отгоняла от меня собаку. Это вообще ржать. Это кошка хотела побольше. Угу, не говори. Убивать. Так что вот так. Ну все, пойдем паковать подарки. Евушка пакует подарки. А что, ты себе тоже будешь паковать? А, да, я тоже себе паковать. Давайте. Какие прикольные, это шоколадки или что, это крылья? Это золото. Покинул. Ну, типа. Какая у нас красивая елка, просто отпад. Еще бы оленей зажечь. Все равно было красиво. А? Чё? Я думаю, первый раз она все равно была красивая. Да нет. Такая же была, ты чё? Я волнуюсь, что Майя. Блин, да придет твоя Майя. Сейчас я посмотрю, где она. Блин, я сейчас ходила в комнату к Мишель, Ева, там пипец, там неделю мы будем убираться. Она все из коробок повытаскивала. Она с коробок все повытаскивала, там все на полу валяется. Блин, Ева мне теперь всю душу травит. Это майка какой-то что-то ушла, ее давно нет. О, господи, я в паутину влезу. А, фу. Майя, блин, светится наша лапа. Где нашу кошку? Такая шлында, она такая маленькая, но так далеко уходит, бесит меня. И дома ее не закроешь. Ну вот она, вот моя девочка, моя умница. Моя умница, я же говорю, такая горластая, дома не закроешь. Ты напугала Еву, Ева плачет сидит. Ева плачет. Ты чё творишь? Заходи. Конечно. Вот твоя Майя. Мама нашла ее тебе. Ой, блин, не могу теперь дверь закрыть. Все. Я думала, ее дядьки закроют. Какие дядьки? Она не пойдет никому на руки. Не переживай. Она такая дикая. Ну, как они ее любят. Это просто ужас какой-то. Я очень иногда боюсь, Макар, если она куда-нибудь свалит. Я ложу его спать сейчас. Дверь закрыта. Он думает, что Майя, как обычно, у нас в комнате. Она гуляла. Майя! Угу, стучит, чтобы она пришла. О, господи, а что у нее в красном все? Борщ. Это в борще? Господи, быки. Ее сегодня накормили борщом первый раз. Что она хочет крепить парнасков. Лера себе взяла на подарок, попросила 30 пар носков. Это очень смешно. Но она сказала, я теперь знаю, как они выглядят, попробуйте кто-нибудь у меня их стащить. Бекки. От меня холодцом пахнет, да? Слушай, Бекки, ты как будто кого-то разделала и убила. Все в красных пятнах. У меня еще уши, нам пришлось ей уши взять. Угу. Потому что у меня ушки. Так, Майя. Как эту бандуру запаковать? Ну вот так же, по идее. Просто вот два этих сделай и как конфетку все. В тубус. По-другому никак ты ее не запакуешь. Ой, давай это запакуешь в списи, сводим эту козу. Вот завтра утром. Ну какая-то грязная, Бекки, что такое?
Развернет, а потом перевернет? Ну да. Давай так. А как она? Я же не знаю, как она будет открывать. Ай, пофигу, она может сбоку открыть. Эмоции будут, я тебе обещаю. Это Мишелькин подарок. Она у нас уже копирует девчонок. А? Может, ты я поснимаю это? Нет, пожалуйста, запакуй. Да как запакуешь, так запакуешь. Главное это. Главное запаковать. Мне кажется, поверни ее вот так вдоль. Ага, и потом нахлёст. Во, вот так хорошо она закроется. Вот так же много будет. Нормально. Ну, это будет... Ну, давай так вот. Моя. Ты что, кыс-кыс, что ли, на меня прыгаешь? У меня аж камера трясется. Моя, Бека, перестань. Бека, испугалась. Как не кошка, ты не знаешь, что. Но умная очень, зараза. Да можешь не снимать, можешь снимать, как нравится. Уселась, деловая. Хомяка только не хватает мне на руках. Да не трогай ты пакеты, а. На, вот ей ножницы подай. А скотч где? На столе был, а потом Макар начал с ним баловаться. И мы его куда-то убрали. Вот вопрос, куда? Нашла скотч? Или как, он лежал в столе. В столе? Вот здесь. Обалдеть, как ты додумалась вообще его открыть? Тут не до такого додумаешься, если тебе. А Каф, что ты, Лерина, будешь паковать, тебе какую-нибудь коробку найти? Я не знаю, одежду можно вот так, чтобы она мягкая была? Можно, да. Ну, по идее, как ты хочешь, если можешь, можно. Фу, если хочешь, можно коробку найти. Положить. Она же знает, что там. А да, все, края. Теперь выгоняй. Нет, сначала дочь бока загинай, как конфетку. Да-да, вот так, ага. Да-да-да, правильно, все. У меня настолько все плохо. Почему? Сначала одну сторону, потом другую. Нет, ты по очереди, дочь, не вместе. Нет. Ой. Ну-ка, подержи. О, все, получилось. Все, получилось. Молодец. Этот подгинать надо будет по-любому. Его отрезать? Подержи. Давай. У тебя сейчас как-то круто получилось. Загнуть мне такого способа не знаю. Тогда давай это так же. Какие еще у меня, покажи. Где? Вот. Да, это хорошо. Тапочки. Как мы будем это? Упаковали подарочки. Время 1:00 ночи, мы еще не спим. Евка, у тебя сзади вся футболка в креме. Макар ее обрызгал. Крем? Да. Скучонки. Прикол. Вот, подарочки все на местах. У нас сейчас сегодня подарки чисто символические, потому что основные, наверное, будут на Новый год. Ну, чтобы дети понимали, да, что Крисмас, где они живут. Крисмас отмечали так же, как их друзья отмечают, как одноклассники, как соседи в один день. Вот, поэтому мы решили тоже на Крисмас сделать подарочки. Завтра утром они их откроют. Чё? Да, это точно.
Ева, пошла чай наливать, да, дочь? Мы сейчас попьем чайку на ночь и пойдем спать. Уже спать охота, капец. Наша кошка залазит по этим оленям внутри, и вот этому рогатому залазит прям в нос. Там сидит внутри, представляете? Уже два раза чуть не падал он. Да кошка, говорю, рассказывал, как залазит внутрь оленя. Все? Что ты хочешь? А? Я что-то там еще замудрила. Пока не намудрила. Скажи хоть, что хочешь сделать. Я же не знаю, получится ли. О, да. А, ты хочешь имена? А ты быстро скрываешь. Ну, просто так лежат. Ну да, давай наклею точно. Давай я всю полоску тогда тебе отрежу, ты порежешь ее. Ой, сейчас. Ножницы дай где? Или ты сама? Я возьму. Давай, кидай ножницы. Сорочки. Да ладно уж. Сколько квадратиков на одного? Что такое? Сейчас я тебе отрежу полосочку. Сделай, сколько тебе надо. Сколько там у нас подарков? На. Все, режь ее и подписывай. Ну, не говори, что это у нас тут за мусор, господи. Что-то ну, только нет. Это она большая, дочь. По 4, делай 4 за глаза. Да нет. Ну, я в камеру глядела. Ева, что там выводишь так старательно? Бежи быстрее, пойдем чай пить. Так, самый опасный момент. Давай. Делает. Дует. А, боже. Вон он под елкой самый первый. Давай, дальше. Мишель. Макар. И Макар, и все, да? Нет. А кого еще? Лера, меня. Всех будешь подписывать? Может, пока на чай налить, если хочешь. Так я же тебя снимаю, как я чай налью. А, ну, можешь снимать. Ой, у меня уже глаза закрываются, ёлки-палки. У меня они только открылись. Да? Второе дыхание? Спать. Вокруг такой хаос. Хаос в нашем хаосе. Много людей, которые только переехали. Мы еще много раз говорили. В нашем хаосе полный хаос. Ну да, мы много сделали, реально. Ева дизайнер этикеток. Конечно, страшно, но хендмейд зато. Да, класс. Как писать, Валерия или Лера? Лера, напиши, давай скорее, тебе завтра на работу вообще-то, товарищ. Время уже, блин, сколько время? Фу, я же написала. Время без 20 час. Вот, сколько времени. Ужас, как много. 5 адресов. Да, я тоже сплю, короче. Мне отсюда как хера читается. Хера.
Один, вон да. Он на самом верху лежит, там, под возле ствола ёлочки. Так, а дальше не читаем. Почему? Потому что. Ряду подпишу. Окей. Ой, какая у нас красивая елочка, я прям не могу. Красавица. Но она такая маленькая для этого дома, просто. Там она у нас в потолок упиралась, а здесь еще такую же можно сверху поставить. Ёльку.